Что тут дают-то? Не надо нам анимацию. Ну, видимо, день према дали, расплашка выскочила. А, круто. Стиль дали. Причем нельзя открывать никак, кроме как по одной. Жесть. О! Вот так! А подкруток, ребята, как известно, нет. Вот так вас и байтят. На донат в эту игру стример открыл две коробки и сразу высрали новый прем. Вот так вот, ребятушки. Вот так вот. Но на него еще вроде как 3D-стиль должен быть. Вот так, ребята, сходу. Две коробки, прем танк. Мне надо две вещи. Серебро и резервы. Резервы и серебро. Кстати, я даже не знаю, падает ли тут серебро. Резервы как из ведра сыпет. Уже не сыпет. Уже не сыпет. Зато дали оборудку. Класс. Ну все, началось. Компоненты. Круто. Лутбокс! Лутбокс! Лутбокс, 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 лутбокс! Танкисты! Жесть. Так, ну ВГ, ну дали танк, это понятно. Резервы. У ВГ есть такая уникальная возможность. Хер на эти танки, вообще насрать на них. ВГ, крутите мне резервы, чтобы через коробку резерв падал. Все. Это самое ценное, что в них есть. Нету валюты круче, чем серебро в этой игре. Вот, ничего не дают. Дают декали. Я свои декали. О! Вот, ну это... О, три резерва, все. Бежим, бежим, бежим. Вот это я люблю такую дурку. Вот такую дурку я люблю. Такую дурку я люблю. Ну кайф, ну кайф. Ну единственный, кто там работает, это художники. Ну просто кайф. О, тикает. Вот это я понимаю. Вот это да. Вон все крутится, вертится, светится. Это... О, ствол какой, ля. Стекло. Орк стекло поставили. Еще и он мигает что-то. Вот это я понимаю. Вот это стиль. Вот это 3D стиль. Вон там плазма энергии всякие. Да. Только гусеницы бы. Это типа такое под марсоход. Это понятно. Хотелось бы гусеницы такие более ребристые, что ли. Танк-ублюдок только, но это печально. Я ставил там только ДПМ. Ну такой нормальный, типа, нормальный ДПМ. На 320 альфы очень КД быстрое. Но что-то там больше нихера нету. 50 серебра. Короче, с гаранта упадет, походу. Опа, нихера подобного. 37 коробок, 2 према сразу новых. Вот так. Вот подкрутка стремеру. А это у нас бретонец, да? Вроде выглядит как дерьмо, а вроде что-то в нем есть. Но мы смотрели, ТТХ, он хуже химеры, короче. Поняли? Его с химерой надо сравнивать. Так вот, он хуже химеры. У Немезиса с тобой хуже Дестера от S1. Так, во-первых, это очень плохо. Во-вторых, надо вспомнить, что такое Немезис. Немезис это который Амер или который Брит? Декали, 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 декали. 11 резервов пока что упало. У меня было 11, я помню, на старте. Сейчас 22, но это фарш. А, Немезис это Брит. Я ёб скоро от этого звука, серьезно. Вы вспомните атмосферу? Ну там первых 3-4 коробок раньше. Ну ладно, первые можно не считать с паттоном корейским, там они пробные были. Первая была с тайпом 59-м вроде, да? Ну и вот так дальше, дальше, дальше. Там каждую коробочку такой вау, вау, вау. Сейчас такой быстрей, быстрей, быстрей. Так, ребят, сейчас танк выпадет. Давайте угадаем. У меня, во-первых, все есть, что же нам выпадет. Для этого нужно знать, что там есть. А я, к сожалению, этого не знаю. Поэтому выпадет что-нибудь... Ну давай по нациям, я попробую угадать. Вдруг там есть какая-то нация. Так, Амер, выпадет Амер. Что дали? Не пишут, что дали. Брид выпал. Колесника дали и дали 8850 голды. 8800. Так, итого за 87 коробок 3 према. Один гарант. Жик. Жик, жик. Почему нельзя разом все открыть? Но они мне мышку ломают специально, я понял. ВГ, вы такие? ВГ. Ну почему я не могу одной кнопкой открыть все? Быстрее! Я не могу!
Даже стили не сыпет больше, только камуфляж. О, прем выпал, что дали? Серый бульдог дали, прикиньте. Промежуточные итоги. За 121 коробку, я правильно посчитал, да? Выпало 4 према, 3 просто так, 1 гарантом только. Опа! Весельчака дали. 57 штук еще. Я не остановлюсь. Ребят, терпим, еще чуть-чуть. Ребят, правда, еще чуть-чуть. Думал, я буду открывать где-то часа два, но я не могу выдержать. Давай, коробка. Ну, коробка этой коробки, а не себе, ну вы поняли. Ну, типа, коробка, давай, открывайся. Быстрей! Ну, еще чуть-чуть. 7 штук. 6, обратный отсчет. 5, 4, 3, 2. Ляшон Сфингаль. Так, все, сейчас выпадет точно гарант. Что-то дорогое дали. Снова брита. Я сбился со счета. Выпало либо 9, либо 10 премов. Честно, я сбился. 9 точно, 10 возможно. Из которых гарантом 3. 6 обычно, 3 гарантом, либо 7 обычно, 3 гарантом. Все. Коробки закончились. Итого. Прибавилось, я уже вижу, 2,5 миллиона серебра. Это очень смешно, это очень мало. Насыпало компенсации в районе 60 тысяч голды. И резервов у меня было 11, стало 87, 76 штук резервов. Мало. 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 Резервов мало. Все. Сколько заплатил за коробки? Ну, как и в последние полтора года. 0 рублей, 0 копеек, 0 долларов, 0 центов, 0 евро, 0 мини-евро. Ну, я не знаю, как у евро мини-евро называется. Это вы поняли. Или знаю, но не помню. Вот. Просто в Бразилии реалы. Поэтому я как бы, ну...